Снег, холод, лед, на котором ты подскальзываешься и разбиваешь свое лицо в дребезги. Ладно, со льдом перебрал. Все это приводит нас к чудесному празднику под названием... Новый год! О, да! Пожалуй, это один из моих самых любимых праздников. Все эти рождественские украшения, фильмы, подарки. Вся эта атмосфера заряжает каким-то волшебным настроением, что ли. Однако даже такой беззаботный, как кажется, праздник не всегда проходит идеально. Ну, пожалуй, начнем с того, что Новый год уже на носу, а в моем городе нету даже намека на снег. Или же... Какое чудесное утро. Надеюсь, хоть сегодня выпадет первый снег. Это что, снег? Я дождался! Я выгляжу жалко, да? О, боже мой! Да... А ведь в моем прошлом городе ситуация была немного иначе. Так, ну я думаю, здесь не будет сугроба. Следующей неотъемлемой частью становятся подарки. Сейчас мне вспоминается, как раньше я любил заранее находить и вскрывать подарки. Мне почему-то, в принципе, как и любому другому нормальному ребенку, было внетерпеж узнать, что же мне подарили на этот раз. И далеко не всегда это заканчивалось хорошо. Ура! Кажется, мама спит. Надо пойти и распаковать все подарки. Ау! Это еще что? Ладно, неважно. О! Какая-то подозрительная куча. И нет, я сейчас не про эту. Так. Хотел посмотреть подарки? Нет. А, ну ладно, только одну секундочку. Фух. Вот. Ой, не могу. Как же тяжело жить. Хорошее время было. И о, да! Я совсем забыл про новогоднее настроение. Почему-то с каждым Новым годом оно у меня постепенно улетучивается. Я всячески пытаюсь его вернуть, например, смотрю новогодние фильмы или пытаюсь вбить себе в голову рождественский настрой, слушая новогоднюю музыку. Но что же происходит у меня в голове на самом деле? Хочу тачку, а мне дарят колготки. Не нужны колготки, такой, как я, красотки. Да, честно говоря, с этой МС Кисули у меня проблемы в последнее время. Потому что вместо новогодней музыки у меня в голове ее дебильные бессмысленные песни. А представь тебе, если бы МС Кисули сняла свой клип. Вот умора. Приветик всем моим фанатам. Я очень вас люблю и дорожу вами. Как же трудно быть подростком. Взрослые не любят подростков просто. Хочу тачку, а мне дарят колготки. Не нужны колготки, такой, как я, красотки. Ты мне всех кошек распугаешь, окаянный! Этот мальчик на меня так был похож, верно? Прям близнец какой-то. Но это не я. Ага, конечно. Кстати, по этому клипу вы увидели, как много снега в моем городе. Нет, я не плачу. Это просто слезы. Ну что ж, а теперь еда! Мало того, что от кучи съеденных тазиков оливье или других салатов у меня уже болит живот от переедания, так еще и бабушка усугубляет все положение. Вот тебе добавки. О, ну, спасибо, Бубль, но я уже наелся всего и больше не хочу. Я сказала хри! Что? Не
Ничего, не хочешь, не кушай. Ну, может, мне тогда и показалось. Кстати, а как вы относитесь к загадыванию желаний? Я, например, положительно. Ну, потому что они у меня всегда исполняются. Дорогой Дед Мороз, я хочу, чтобы следующий Новый год я провел со своей второй половинкой. Ну что, крошка, не можешь дотянуться до меня? Давай, тянись, тянись, тянись. Вот, молодец, тянись, тянись. Это был мой пранк. Ага, конечно. Забудем об этом. Но все же, несмотря на все недостатки, Новый год — это поистине офигенный праздник. Например, я считаю, что его стоит справлять семьей, так как это все-таки семейный праздник. Лично я так его справляю. После боя курантов я иду гулять с друзьями и нажираюсь. Ну, в смысле, нажираюсь едой, а не тем, чем вы подумали. А как проводите его вы? Напишите в комментариях. Также, если вам понравилось это видео и хоть одна из ситуаций показалась жизненной, поставьте палец вверх. Ну вот, в принципе, и все. С вами был Брайан. До скорой встречи. Пока!